как людям удается познавать секреты морских глубин. Чудовища. Они существуют? Я хочу, чтобы вы рассказали все, что произошло. Раскройте мне тайну Эссекса. Я не жду, чтобы писатель все понял, мистер Мелвилл. Пообещай, что вернешься. Клянусь тебе, я вернусь так же быстро, как восходит солнце. Обычно капитан сам выбирает себе старшего помощника. Опытный капитан, да. Сотни лет назад люди боялись доплыть до края Земли. Все на палубу! Но мы перешли грань благоразумия. Я знаю, вы видели то, чего никто до вас не видел. Что это? Покинуть корабль! Мы не можем все бросить и вернуться! Мы все погибнем! Но можем и выжить! Потерпи, мы возвращаемся домой. Скажи, признайся, что тебе страшно! Пока я живу и дышу, он мой. Держитесь! Так значит, это правда? Да, большая часть.